Приветищи! Мы продолжаем играть в картонный мир. И как ты помнишь из предыдущей серии, мы отправились в гору, вот сюда, где был черепок нарисован, и хотели бы добыть золотишко, но у нас этого не получилось. Потому что нужно было сделать вот такую вот железную кирку. Мы ее сделали, и теперь... Нет, мы туда не пойдем, потому что там очень жестко. Недаром там черепок был нарисован. Там просто убийственные роботы, монстры. В общем, мне их еще пока рано одолеть. Для этого нам нужно хорошее такое вооружение. То есть нам нужно каменную броню наконец-то сменить на металлическую. То есть сделать железную. Это во-первых. А во-вторых... Мы сегодня будем заниматься зачарованием наших картонных предметов. Наконец-то мы воспользуемся нашим магическим столиком, вот этим вот светящимся. Например, зачаруем себе меч. Но не медный меч, а железный. Поэтому мы сейчас отправляемся добывать железную руду очень в больших количествах. Можно прямо сказать, в промышленных. Поэтому мы идем вот сюда. Смотрите, какой огроменный обрыв. Да. Прям у меня под ногами был здоровющий, здоровенный обрывище, во. И смотри, сколько в нем всяких лазеек, туннельчиков. Вот, так что мы туда будем сейчас с тобой спускаться, но ты посмотри, какие здесь очень мощные обрывы. Дело в том, что если я туда спущусь, то я уже оттуда не поднимусь. Поэтому нам нужно сделать лестницы туда. То есть, как в настоящих шахтах, мы сейчас будем сооружать лестницы и строить вниз спуск. Ну и подъем, соответственно. Вот, лесенки у нас будут вот такие. Вот где они у нас, лесенки. Вот они, лесенки. Скрафтим, давай, 2 штуки. Отлично. Надеюсь, что у меня здесь получится их разместить. Итак, пробуем. Лесенку. Ага. Чтобы поставить лесенку, нужно основание. Я совсем про это забыл. Сейчас соорудим. Во, деревянная основа. Крафтим 1 штуку. И ставим вот сюда. И вот так вот. Сейчас. Вот, основа готова. Ну что, да, это... Ох, как там высоко, просто капец. Пробуем поставить лесенку на в другую сторону. Во, вот так. Есть, готово. Первая лесенка стоит. Сейчас надо вот эту прицепить теперь. О, ништяк. Ну, поскольку у меня закончились дрова, пойду-ка я немножко их порублю. Кстати, да, очень много комментариев было о том, что ну достроить уже наконец-то свою лачу, вот эту бомжатскую, чё она у тебя как, не знаю что. В общем, я скажу тебе так, строить я ее не хочу, потому что это временный сборочный пункт. То есть, скорее всего, я его покину, когда найду более нормальное место на карте, где будет много ресурсов, да и вообще более благоприятная местность. Поэтому сейчас время тратить на строительство дома я не вижу смысла. Вначале мы с тобой хорошенечко так оденемся, экипируемся, и вот тогда наша кочевная жизнь с тобой закончится, и мы сможем заняться с тобой полноценным обустройством нашего милого жилища. И уж поверь, это будет грандиозный домище. Я хочу сделать его просто шикарнейшим. И к тому же это будет необычный картон. Блин, что-то я потерял. Где лесенки-то начал строить? А, о, нашел. Так, значит, мне здесь нужно будет поставить табличку. Так вот, есть 1 табличка. Сейчас поставим чуть повыше еще 1. И вот здесь. О, прямо вон, а дом будет видно теперь. Смотри, ништячок. Чё-то уже темнеет. Надо бы поставить у лесенки какие-нибудь факелы или как они, фонари. 1 сюда, другой сюда. О, все ништяк, все по фэншую. Идем вниз и продолжаем строительство нашей шахты. Thank you.
Вот, собственно, и лесенка готова. Единственное, я тут немножечко что-то нахимичил под конец. Решил сделать какую-нибудь такую изящную, необычную лесенку, и получилось как-то... Ну, как обычно, знаешь, через одно место, через жопе. Обрезанный конец какой-то получился. Ну ладно. Главное, что лесенка у нас теперь есть, и мы без проблем можем мотаться сюда вниз и наверх. Сейчас я тут грязи накидаю немножечко, чтобы все тут поцивильнее было. Ну, вот, типа что-нибудь такого. Ладненько, все. Лесенка готова. Отлично. Да, масштабная работа проделана. Ну что ж, а теперь мы отправляемся на поиски железной руды. Здесь вот уже сразу же есть пещерочка небольшая. Либо может вон туда сходить лучше. Прям сразу в горы. Как гном. Зайду. О, там у нас и робот есть. Ну пойдем поздороваемся с ним. Здорово. Так, не могу залезть, подожди. Здорово. Да что ж такое-то? Здорово, дружище, ты где? Эй, иди сюда. Ты что, убежал все вниз, что ли? Ну ладно, я тоже спущусь тебе. Поздороваться. Блин, еще и гном прибежал. Тут и гном, этот гоблин. Что-то как-то больно они мне вдвоем тут сейчас. Нет, я их отделаю все-таки. Вот так вот. Сейчас, пожрем немножечко. Надо восстановиться. Фух, ну все вроде. Можно продолжить исследование этой пещеры. Достаем наш факел. А то что-то как-то темнее здесь становится. Ага. И все, что ли? А, не, вон там продолжение пещеры есть. Я уж хотел здесь набздеть и убежать. То, что больше некуда спуститься, нифига себе. Туннельчики здесь. Так, значит, вот эти вот рубины, кристаллы мы собираем, потому что они нам понадобятся для зачарования на магическом столе. Поскольку у пещеры это коварная вещица, это как сложный темный лабиринт, нужно бы нам здесь поставить где-нибудь отметочки. Сейчас мы сделаем настенные факелы, которые нам будут указывать потом путь, откуда мы пришли. Так, значит, поставим вот здесь. Чё-то как-то не так я его поставил. Ну да ладно, главное, что светит. Здесь у нас, значит, выход наружу. Дальше мы спускаемся вниз. А внизу нас уже поджидают гоблины и демоны. Так, значит, надо факел здесь тоже лупануть, что мы пришли отсюда. Вот проход. Само что тут очень огроменная пещера. Погоди. Такое ощущение, что я здесь уже был. Блин, я уже так глубоко залез. Еще глубже. И что-то ни золото, ни железо. Одна медная руда и все, хоть ты убейся. Так, я сюда не пролезу, ага. Сейчас разобьем. О, чертяка где-то тут. Пугает меня демон. Да что ж такое-то, демоны на то и демоны. Да что ж такое-то, только начал копать, он сразу проявился. Гаденыш, а? Получай, красноглазый. Вот так вот. Так, все, спускаемся ниже. Сейчас от Аташки сделаем вот этому еще демону. О, кажется, я здесь нарвался. Что-то здесь какие-то механизмы издают звучание. Помимо бесов. Так, минус один. Сколько здесь изумрудов-то, ё-моё. И демонов, чертяков этих. Отлично. Ведь прикол, что с них мясо валится зеленое, которое нежелательно хавать. Потому что отравишься. А мне скоро есть приспичит. Ну, благо у меня ягодки есть. Пока ими понаслаждаюсь. Изумрудик забираем. Во-во-во, что там? Блин, опять медь. Что ж такое-то? И здесь тоже медь. Знаешь, в чем прикол? Я забыл факел поставить. Откуда мы пришли? Откуда мы пришли? Неужели я потерялся? Блин. Не хотелось бы. Кажется, что я... Во! Кажется, отсюда я пришел. Сейчас факел здесь. Вот так поставим. О, ты глянь! Нифига себе! Мы на золото наткнулись! Железо не нашли, а золото нашли. Так, а где кирка-то? Во-во-во. Вот эта кирка нам нужна. Железная кирочка. Ну, пошли, добудем. Ух ты, сколько его здесь. Блин. Мне кажется, что здесь пауки где-то рядом. Ой, роботы. Так, по-быстренькому добываем. Слышь, как оно добывается, как монетки сыпятся золотые. О, ништяк, золотишечко. Я даже не надеялся на него наткнуться, слушай, если честно. Ну, все-таки это шахты, горы, как бы наверняка я бы все равно на них наткнулся. Так что мне фартануло.
сколько здесь золота, ты посмотри, я копаю и копаю его, копаю и копаю. Главное, чтобы кто-нибудь с тылу не зашел, какой-нибудь мастрюган, я таташки мне не сделал. О, смотри, смотри, металл какой, офигеть, синенький такой. Офигенно, конечно, но может мне назад лучше вернуться? О, гоблин, здорово, не пугай меня так. Если я туда отсунусь, мне кажется, что на меня накинутся какие-нибудь очень опасные мастрюганы. О, железка. Железку надо бы забрать. Я пауков слышу. Блин. О, робот, здорово. Сейчас по одному надо разобраться с вами, с гоблином и с роботом. Получай. У меня совсем мало хп. Точнее, он сейчас сломается скоро. Ну ничего, добить робота, то у меня сил хватит. Ништяк. Блин, главное туда не свалиться, слушай. А то, мне кажется, там очень неприятные существа. Железяку заберем. Ах, упало все вниз. Так, тихо, мне бы самому не упасть. Ай, да что ж такое-то? Я паука слышал. Блин, надо быстро выбираться отсюда. Вот так вот, пока меня пауки не съели. Они очень жесткие. Вот так вот, фух, фух-фух-фух. Железную руду сейчас достанем, он ту. Манит она меня прям, манит. Короче, я скажу так, чем глубже спускаешься, тем больше неприятностей тебя там ждет. Поэтому туда я что-то как-то не хочу лезть. Блин, ну вот эта руда синенькая. О, золото, смотри. А вот это интересно, что же за руда такая. Прям манит меня тоже. Но чувствую, надо остановиться. А то если я туда за ней побегу... Хотя, в принципе, я вроде тут могу пролезть. О, золото. Вниз падать надо будет. Сейчас подойдем к этой синей руде. Построим здесь лесенку. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Надеюсь, пауков здесь нет. Ну, я думаю, что железной киркой-то я не достану эту руду. Нужна другая кирка. Ну да, да, да. Жеваный! Блин, бежим отсюда, бежим. О, все. Надо быстро подниматься. Быстро, говорю, подниматься надо. Там демоны вон на меня прут уже. Фух, успел убежать. Смотри, какой синеглазка там. Весь прикол, что в этих пещерах очень легко подскользнуться и улететь куда-нибудь на днище самое. И пробить дно. Фух. Так, о, пауки, это не очень круто. Это не очень круто, надо как-то... Оу, блинский, блин. Надо быстро подниматься. Не туда поднялся. Ребятка, все, походу мне кранты. Да. Эх, сейчас пойду вытаскивать свои остатки. Надеюсь, вытащу. Ну что ж такое-то, вот поэтому я по пещерам здесь не люблю ходить, потому что это просто одище полное, ты реально как будто в ад спускаешься. И если ты оттуда не выберешься... Блин, вот я же хотел уходить, но вот полез за этой синей рудой, вот... Хоть в угол себя поставь, а, накажи, сделай себе наказание. И золотую же руду добыл. Все, бежим мы, геложопые, картонные такие, пещерицу, где нам только что тата сделали. Демоны, а оружия нет. Ладно, будем в рукопашечку воевать. Кулачечками своими картонами раздавать люляхи. Вот так вот. Один готов. Ага, вот факел наш. Отлично, значит мы здесь где-то. Где-то здесь. Там гоблины внизу. О, и демоны, и гоблины. Все подряд. Ну чё, давай по одному, я сейчас кулачечками своими картонами раздам вам. Ой, их там двое. О, один прибежал. На, получай в нос. Фу, схватил. Быстренько надо все распределить. Ништяк, выбрались. Ой. Блин, черт, это межкартонная дыра. Наконец-то я выбрался из этой пещеры. Все, валим домой быстрее. У нас в карманах есть золото, мы сейчас его переплавим и попробуем. Надеюсь, по крайней мере, что нам хватит сделать механический бур. У-у-у, аллилуйя, наконец-то. Ну, теперь ты понимаешь, почему добыча золота — это изрядно очень опасное и сложное дело. Но благо мы
насобирали хотя бы на механический бур, и сейчас зарудим его с тобой. Отлично, мы прибежали домой. Сейчас здесь разгрузимся. Так, значит. Так, переплавляем руду в слитки. Ништяк, 5 штук получилось. Забираем. Идем сюда. И смотрим, что нам нужно для золотого механического бура. Значит так, шестеренки у нас есть. Золотой слиток есть. Дубовая древесина, еще 3 штуки надо. И полосы крепкой кожи. Из чего у нас добывается крепкая кожа? Понятно. Сейчас посмотрим, что у нас есть в сундуке нашем. Растительные отходы есть. Крепкая шкура есть. Сейчас мы это все дело переработаем. Раз. До вас. 2 штуки маловато будет. Очень мало. А, по 6 штук делает. Офигенно. Все хватает. Осталось только древесину достать. Сейчас мы ее рубанем по-быстренькому. Ну, наконец-то. Первый механический инструмент. И, значит, это будет бур. Правильно же? Да, механический бур нам нужен. Так, крафтим его. Я даже не знаю, стоит ли его переделывать. Ладно, пускай пока первый раз будет такой, а в следующий раз я его переделаю по своей нужде. Создаем. Ништяк! Задание выполнилось. Давай-ка отметимся, что мы его забрали. Золотая лихорадка. Коллекшн, отлично. И следующее задание — это бижутерия. И это говорит нам о том, что нам необходимо заколдовать какую-нибудь вещичку на нашем магическом столе. Сейчас мы это испробуем, но вначале мы побежим и испробуем нашу механическую копалку. Так, пойдем, где механическая копалка? Вот она. Какая она крутая. Так, ну что ж, пойдем попробуем прокопать что-нибудь. Как же долго на эту механическую копалку у нас ушло времени, сколько крови, силы, пота, доставая золото. На самом деле очень сложно было достать золото. Это просто караул полный. Сколько смертей было и перерождений. Ну что, давай вот здесь вот начнем копать. Ага. Ну, интересно все. Ну, копается очень быстро, я тебе могу сказать. Туннель теперь буду рыть как крот. Офигенно. Ай да копалочка. Ну да вещица. Не, ну землю-то она вообще роет, как не знаю чего. Как лазерная пукалка. Ладно, все, хорош. Не буду ломать инструмент. Все-таки он золотой. Из золота сделан. Оставлю его на добычу вольфрама. Во. Следующая руда это вольфрамовая. А потом идет кобальтовая. Все ясно. Значит так, по поводу зачарования. Мы сейчас с тобой сделаем вот такой вот железный меч. Где он у нас? Вот такой вот. И зачаруем его. Для этого нам понадобится расплавить железную руду и получить слитки. И также нам понадобится полосы грубой кожи. По-моему, у нас парочку... Во, в сундуке было. Ништяк. Ну что, крафтим наш железный меч. Сейчас я тебе нарисую. Ух ты, какая у него рукоять, смотри, мощная. Так, ну поскольку это крутяцкий меч, это тебе не медный, не каменный и не картонный, надо бы его очень крутым изобразить. Как насчет сабли? Во! Ну, вроде такой пойдет. Вот так. Создаем. Ну-ка. Ништяк. Опасный клинок готов. Сейчас мы посмотрим. О, ну, в принципе, да, неплохо. Так, и идем зачаровывать его. Где мой стол? Это кровать. Где мой магический стол? Во, вот он. Так, закидываем сюда наш кинжал. Ну что ж, давай зачаруем на прибавку к здоровью. Нам для этого понадобится рубин, коготь медведя и тусклая магическая эссенция, которая у меня уже есть. Значит, нам понадобится вот эти штуки. Вот так. И мочкануть медведя. Медмедь, где ты? Надо найти медмедя. Медмеди... Где же вы? Где-то тут рядышком бегали, кстати. Медмедь, иди сюда. Мне нужны твои зубы. Отдай мне их по-хорошему, или я их заберу силой. Так. Шкура медведя, сырое мясо. А, не зубы, а коготь медведя. Вот я читатель, а. Но один фиг не выпало ничего. Значит, зачаруем мы на прибавку к урону. 4%. Отлично, вроде все ресурсы у меня должны быть. Вот, 4 штуки таких. Что там еще надо? И рубин нужен. Рубин, иди сюда. Вот так. Ну что, вроде бы все. Приступаем. А, подожди. Еще вот эту штуку забыл.
Вот так. Приступаем к магическому зачарованию. Погнали. И... Шплях! Зачаровано! Интересно, оно будет светиться как-нибудь? Ну-ка, меч. Ты светишься? Нет, меч не светится. Ну, блин. Я думал, он от магии будет светиться. Ну да ладно. Главное, что меч мы зачаровали. Сейчас журнальчик мы прочитаем. Бижутерия, миссия комплит. Следующая миссия — это вместе веселее. Нужно будет разместить консоль права доступа. Ну, это в следующей серии. Ну что ж, вот такая вот серия получилась в этом выпуске. Ух ты, там демон красный какой. Было сложно. Все это из-за золота, которое трудно достать и очень глубоко находится в шахтах. Короче, если тебе понравилось, то есть тебе подписочка, комментосик под видос, лайкосик также не забывай. А, да, если ты подписан, можешь не подписываться второй раз. А если не подписан, то обязательно подпишись. Вот. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр. Покеда, и увидимся в следующем видосике.